Добрый день! В новом отопительном сезоне торговая марка «Тимберг» представляет ассортимент инфракрасных обогревателей, которые обладают прекрасными технологическими характеристиками и яркими функциональными особенностями. Если стоит задача быстро обогреть небольшое помещение до 30 квадратных метров или локальную зону большей площади, если необходимо принести тепло в места на открытом воздухе, если для вас важно, чтобы отсутствовали шум и активное движение воздушных потоков, то инфракрасные обогреватели «Тимберг» – умный выбор. Инфракрасные обогреватели «Тимберг» – это особый вид отопительных приборов. Температура излучающей поверхности может достигать 250 градусов по Цельсию. При этом до 90% энергии преобразуется в поток тепловых лучей длинноволнового спектра, так называемое инфракрасное излучение. Оставшиеся 10% нагревают воздух, который непосредственно контактирует с прибором. Именно инфракрасные лучи обеспечивают наиболее эффективный обогрев помещения или отдельной зоны внутри него. Создается эффект солнечного света. По такому же принципу работает наше солнце. Тепловое излучение от инфракрасного обогревателя не поглощается воздухом, а лишь немного ослабляется в результате рассеивания. Поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает предметов и людей в зоне своего действия. Инфракрасные обогреватели, в отличие от других тепловых приборов, греют именно предметы, а не воздух. И только после нагрева твердых поверхностей тепло от них передается окружающему воздуху. Поэтому комфортное для человека тепло может быть получено даже при температуре окружающего воздуха плюс 18 градусов Цельсия. В тепловом сезоне 2014-2015 года «Тимберг» представит уникальный ассортимент инфракрасных обогревателей, который включает в себя 5 серий приборов, как с открытым нагревательным элементом, так и приборы с излучающими пластинами. Начнем наш обзор с серии, которая включает в себя приборы с открытым нагревательным элементом. С серии «Тропикана». Инфракрасные обогреватели «Тропикана» – самые доступные и простые приборы в ассортименте «Тимберг». Но в то же время эффективность этих приборов находится на высочайшем уровне. Инфракрасные обогреватели «Тропикана» – новая модель в ассортименте «Тимберг». Настоящая классика данного сегмента приборов в новом прочтении. Отличный внешний вид, простота конструкции и высокая эффективность работы – главные составляющие будущего успеха серии «Тропикана». Серия представлена моделями мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт. Открытый нагревательный элемент позволяет вывести прибор на рабочую температуру практически мгновенно. А рефлектор с высочайшим коэффициентом отражения до 95% позволяет максимально эффективно и экономично обогревать помещение. Также у пользователей есть возможность дополнительно подключить блок дистанционного управления, что делает управление приборами максимально быстрым и удобным. Такая возможность делает приборы «Тимберг» уникальными и практически не встречается на рынке. Еще одним уникальным прибором с открытым нагревательным элементом является серия «Гавайи». Инфракрасные обогреватели «Гавайи» появились в ассортименте «Тимберг» в сезоне 2013-2014 и уже успели завоевать доверие покупателей, показав себя как надежные, эффективные и экономичные приборы. Великолепный современный хай-тек дизайн и прочный, неподверженный коррозии алюминиевый сплав корпуса прибора делают данную модель настоящим произведением искусства, не имеющим равных в данном типе обогревателей. Благодаря особенностям конструкции, приборы идеальны для использования в ванных комнатах, террасах и открытых площадках. Высочайший класс пыли, влагозащиты IP65, позволяет использовать новинку под открытым небом, без малейшего вреда для прибора, что открывает поистине широчайшие возможности для эксплуатации прибора. В плане надежности и защищенности серия «Гавайи» практически не имеет аналогов на рынке. Серия «Гавайи» представлена двумя моделями мощностью 1500 и 1800 Вт. Открытый карбоновый нагревательный элемент позволяет вывести прибор на рабочую мощность за считанные секунды. «Тимберг» также позаботился об удобстве эксплуатации. В комплекте с прибором поставляется универсальное настенно-потолочное крепление,
с возможностью регулировки угла наклона. А в качестве опции, если есть необходимость установить прибор на открытой площадке, пользователи могут приобрести переносную телескопическую опору, которая позволяет не только регулировать угол наклона, но и высоту установки инфракрасного обогревателя. Представителем классических инфракрасных обогревателей с закрытым нагревательным элементом в ассортименте Timberg является серия A1N Warm Booster. Эта серия включает в себя профессиональные приборы, которые способны решать самые серьезные задачи по обогреву помещений. Высочайший КПД и максимально широкий угол излучения, благодаря особой конструкции излучающей пластины, делают прибор одним из лучших в своем классе. Инфракрасные обогреватели A1N произведены по высочайшим европейским требованиям к продукту. Поэтому качество используемых материалов, сборка узлов и элементов корпуса на высшем уровне. Серия представлена моделями мощностью 700, 1000, 1500 и 2000 Вт. В сезоне 2014-2015 года модельный ряд расширится. Появятся приборы с той же мощностью, только внешний корпус будет выполнен в благородном черном цвете. Отличительной характеристикой, которая выделяет серию A1N на фоне конкурентов, является особая форма нагревательных пластин. Благодаря специальной волнообразной форме увеличивается общая площадь теплоотдачи прибора. И как следствие возрастает скорость и эффективность обогрева. Также значимой особенностью, которая позволяет максимально продлить срок службы прибора, является то, что в конструкции используется рефлектор из полированной нержавеющей стали, в то время как у многих аналогов в качестве отражателя выступает обычная фольга. И еще одним немаловажным моментом с эстетической точки зрения является то, что в процессе эксплуатации излучающие пластины инфракрасных обогревателей Warm Booster не меняют свой цвет. Хотя у многих аналогов на рынке пластины через непродолжительный промежуток времени желтеют. Для удобства эксплуатации в качестве опции пользователям предлагается приобрести блок дистанционного управления, с помощью которого можно не только включать и выключать прибор, но и запрограммировать работу прибора по таймеру, а также выбрать один из двух режимов мощности. Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на серию инфракрасных обогревателей A2. Эти приборы относятся к особенной товарной концепции Limited Edition. Приборы этого ассортимента отличают не только шикарный внешний вид, но и усовершенствованные технические характеристики и инновационные технологии, примененные в них. Главная особенность серии A2 – это дизайн прибора, отвечающий стандартам премиум-класса. Благодаря этому прибор можно использовать не только на промышленных площадях, но также в жилых и офисных интерьерах. Не только внешний вид, но и функциональность этих приборов находится на высоте. Благодаря особенной зубчатой форме нагревательных пластин увеличивается общая поверхность теплоотдачи прибора и, как следствие, возрастает эффективность обогрева. Черный цвет нагревательных пластин – это не только дань дизайну. Безусловно, благородный алюминиевый цвет корпуса в сочетании с матовой черной поверхностью нагревательных пластин выглядит шикарно. Но тем не менее, основная идея – это использовать особенность черного цвета и излучать тепло с большей интенсивностью, чем любой другой цвет. Такая немаловажная деталь делает инфракрасный обогреватель A2 еще более эффективным. Еще один сюрприз, который есть для вас у инфракрасных обогревателей серии A2 – это черный цвет пластин. И это не просто покраска, а кремниевое покрытие. Как известно, кремний способен работать и сохранять свои свойства при экстремальных и быстро меняющихся температурах или повышенной влажности. Также кремний обладает диэлектрическими свойствами, биоинертностью, химической инертностью, долговечностью и экологичностью. Именно поэтому нагревательные пластины инфракрасных обогревателей серии A2 обладают высоким уровнем износостойкости и гарантируют долгий срок эксплуатации прибора. Также для этого прибора есть возможность установки в качестве опции блока дистанционного управления. В новом сезоне торговая марка Timberg предлагает своим покупателям и партнерам ассортимент инфракрасных обогревателей, подходящий под разные цели и задачи. Вам останется только выбрать. И независимо от вашего выбора,
вы останетесь довольны приобретением. Ведь Тимберг – это умный выбор.